Все, мы готовы, мы погрузимся. Все потихо грузимся. Стас, вылез, там еще мало, сидит, отдыхает. Мы добрались до Эльбруса, туда Эльбрус, гора Баши, все как положено. Сейчас ребята, фрирайдеры, участвовали в ФВТ, квалифайер Эльбрус, зарядили моему зло, сегодня играем нормальный движ, короче, и вам немножко покажу, что сейчас происходит. Короче, у нас 8 вечера, движ, мы тусуемся, играем узло, пьем алкашку.
тусуюсь. Конечно, видео это все не передает. Фото тоже. Вживую, когда на гондольную садишься канатку и понимаешь, когда поднимаешься, видишь горобаши и груз. Это очень впечатляет, очень высоко. Настоящие Альпы, сумасшедшие Альпы, поэтому, ребята, в шоке был, конечно, увидеть это все, и очень серьезные трассы, поэтому, кто едет на Эльбрус, не рискуйте, думайте внимательно, куда вы едете, что вы делаете, нифига это все нелегко, но будем стараться на старом подъемнике, посмотрим, что это такое. Подзаряженный нормально. Косарик стоит с 12 до 4 катануть. Посмотрим, что сегодня будет. Поляна зал, дождь. Наверху минус 4, снег валит. Подъем, подъем, подъем. Снег валит. Опять оклемуха. Прикольно, уши заложило. После первого дня, то есть вот такой движ сейчас будет. То есть вот здесь такой движ, надо пооткисать, и будет все по кайфу. So guys, это Эльбрус. Эльбрус находится там. Мир, кругозор мир, грабаши. У нас четвертый день каталки. Вот, сегодня фрирайд. Вот, выбираемся в поля. Вельвет я уже проспал. Вельвет уже будет завтра у меня последний. Обещают яркую солнечную погоду. Как вы видите, вообще взрыв мозга. Шикарный вид. Очень сильный кайф. Очень круто катать. Катаем. Бомбим по полной, то есть набираем скорость хорошую. Вот. В общем, все замечательно, все хорошо. Продолжим сегодня. Посмотрим результаты, все запишем. До встречи. Не могу не поделиться этим видом. Неописуемым вообще. Смотрите, какой горный перешейк вообще, а? Смотрите, какой кайф. Самое лучшее в мире — это горы. Лучше их жить вообще ничего не может. Какая сила природы, да? Какие же они высокие. Парня задний кант, пока еще не уверены, но в принципе уверен. Трасса вот такая, рыхленькая, местами с камушками, ну пока все катабельно. Ну верхняя часть трассы катабельно. Обязательно этот, сгибая колени, оба колена согнуты. Молодец, не сутулимся, не сутулимся, начал что-то наклонять голову. Лучше таз выбить.
таз вперед, да, да. Молодец. Неплохо. О, сутулиться начал, давай коробнее. Ой, сутулишься, не надо, выравнивайся, выравнивайся. Таз лучше выводи. Таз выводи, вот так. Сильно не разворачивай сноуборд, быстро поедем. Направление сам выбирай, но сильно не разворачивай. Если устал, уходи на задний кадр. Молодец. Погнали. Отваливаем завтра на Минск. Это Эльбрус. Это зал спа. Это кайф вообще. После каждого, каждой каталки просто спа.
Хочу сказать спасибо Олегу из ДСПК Транспорт. Ребята, есть правильные доски, значит, есть крепы, отлично все настраивает. Вот, брали сыну, брали другу, все довольны. Бюджетная версия. Кому для начинающих, я особо не начинающий. Поэтому заезжайте, пишите в ЛС. Все расскажу, подскажу, куда добраться к Олегу. Всем пиз.
это Эльбрус. Да, пока снимаем заусенец. Это прокат. Адреналиния. Славик. Запах чувствуешь? Да. Хуй, сюда раскумариться можно. И здесь вы можете взять все снаряжение, которое вам понадобится. Да. На каталку. Включая поприрайдить. Главные комплекты, сплитборды, приратные доски. Все, что касается сноубординга, здесь можно все найти. Ребят, очень рекомендую. Ребят с адреналинией, это будет мощь. Приходите. Есть все. Вся снаряга.